Всем доброго времени суток. Давайте пробежимся по обновлению. Что мы здесь увидели? Смотрите, у нас появились здесь собачки. То есть тут 4 книжки, плюсом 2 собаки, 1 овца, 1 бык и еще плюсом вещи, которые нужны для статуи. Вот эти вещи прям надо 100% собирать. Это прям топчик, потому что, сами понимаете, собаки лишними никогда не бывают, как минимум для испытания выжившего. Следующее изменение, что мы увидели, это военный пропуск. Если раньше в военном пропуске давали какую-то определенную формацию, то теперь здесь вы можете абсолютно любых героев выбрать. То есть вы можете борцов за свободу выбрать, вы можете шепчущийся выбрать, вы можете Холли там выбрать, любовный треугольник, либо Рика. Кто вам нужен, того и выбирайте. Но я больше чем уверен, что сейчас все будут выбирать просто шепчущийся. Самая популярная химия, которая теперь становится доступной. То есть здесь 50, здесь 30, вот это я считаю вообще топчик. Теперь это будут военный пропуск скупать даже те, кто не скупал. 50, плюс еще 50, 100, 150, 200, 300. Итого 300 выживших, 300 кусков выжившего вы можете собрать за месяц этого пропуска. Я считаю, что это мега топчик. Это прям прикольно. Ладно, поехали к разработчикам. Что нового? Новое расписание для войны выживших. Сами, в принципе, мы с вами уже разбирали. То есть разные времени. Теперь вы можете 6 раз за день поучаствовать, но только в одном из выживших, а не как было раньше. Для меня время удобное. Я теперь могу участвовать, допустим, в 2, в 8, в 12, в 14. Подожди, а 8 это было в час? То есть я войну выживших пропустил, что ли, получается? В 13.00. Хотя нет, подожди, я заходил в 13.00. Нет, это после обновления ее просто не было, а так-то она есть. Все. Я понял, сам туплю, но, как говорится, не знал. Теперь знаю. Оптимизирован последний выживший, переработан интерфейс. Но это мы потом проверим. Сейчас нет возможности. Добавлена вкладка «Избранная в инвентарь». Вот это прикольная тема, смотрите. Я захожу, здесь у нас, то есть все как было, в общем. То есть избранная вот здесь вот отображается теперь во второй кнопочке. То есть, допустим, если мне нужно вынести там, допустим, какой-нибудь, я не знаю, ну, что мы с вами можем, вот эти вот, давайте вынесем в избранное, и теперь в избранном они у нас есть. Вот это вот самая топовая фишка, которую могли добавить. То есть вы в избранное добавляете то, что вам необходимо. Ресурсы сделали отдельно, ускорение сделали отдельно, они, в принципе, и были щиты здесь отдельно, просто теперь гораздо щиты проще найти, чтобы его нажать, либо, хотел сказать, телепортнуться. Нет, телепорты надо добавить будет, значит, 100% в избранное. Это прям 100%. Мы заходим, ищем телепорты. В избранное. И клановый тоже в избранное. То есть вот эти вот вещи должны быть 100% у вас в избранном, чтобы быстро можно было телепортнуться случайным перемещением. Я считаю, что это мега удобно. Так, по избранному пробежались. Добавлен быстрый прыжок в больницу, это понятно. Исправлено отображение времени события, это фигня. И снижены требования к созданию статуи. Но это мы, в принципе, с вами все выбирали. Добавлено декоративные здания, добавлено 3 новых здания. Давайте посмотрим. Украшения. А, они же не здесь, они же вот здесь, вот в рынке украшений. 3 новых. А как они будут отображаться, как я их вообще найду? Я даже не представляю, как я их найду. В общем, где-то они тут 3 новых есть. Как они выглядят, я честно не знаю, но они есть. Этого должно быть достаточно. В общем, ищите, найдете, скажете. В общем, вот такое вот обновление. Кратенько, быстренько и по делу. Всех обнял, всем пока-пока.